Друзья, ну короче, вот мы дальше отдыхаем, кайфуем, вот оно мясо, еще осталось у нас костерочек опять. Дальше продолжаем. Время у нас уже 9 час, но мы собираемся допоздна сидеть. Мы находимся в Курской области. Поедем, короче, домой на такси. У нас отменили карантин с 5 числа, пошли автобусы уже, маршрутки. С 5 июня, да? Да, с 5 числа, с 5 июня. Уже пошли автобусы, маршрутки, уже люди стали ходить на работу. Но всех заставляют носить намордники. Я не знаю зачем, но... Да, друзья. Пойдем прогуляемся к пруду. Так, вот, просто покажем нашим друзьям, подписчикам, красоту природы нашей. Вот, смотрите, друзья, это наше владение. Вот батя, короче, песок привез. Будет баньку строить. О, солнышко светит. Батина машина побитая вся. Побили на стоянке. Рено Логан. А по-молдавски Логан это обозначает цыган. Вот, друзья, пруд наш. Смотрите, тут лягушки. А пойдем, тут музыка играет, может нарушение авторских прав быть. Вот, смотрите, сколько песка, друзья. Где музыка играет? Ну вон, видишь, там в каком-то доме играет музыка, а когда попадает в кадр музыка, потом может быть нарушение авторских прав. Да. Это YouTube такие правила придумал. Да и YouTube тоже, как евреи, начинает. Вот, друзья, так что... Вот такие. А вот еще вторую сторону огорода. Да. Цветочки. Тут у бати домик такой, видите. Вот он, короче, окна привез. Будет окна менять. Новые окна. И сколько ты покажешь? Вот смотрите, потолок какой. В немецком стиле сделан. Видите, балки такие. Деревянные. Вот и вот тоже наша земля, друзья. Это все наше раздолье. Вот дом наш недостроенный. Пойдем вам курочек наших покажем. Друзья, давайте я вам сейчас покажу курочек наших. Вот наш подвал. Сарай. С приходом Путина так я ничего и не достроил. Все сломалось. На колени поставил все. А говорят, что встал с колен. А смотри, они. Я думал, они уже спать пошли. Вот, друзья, наши курочки, смотрите. Видите, какие? Курочки бойкие. Вот они. Наши а ты знаешь, курочки. Как они тоже куры поют? Да? Да. Поют? Да, они поют. Когда заходишь... Особенно вот, ну, когда перед тем, как ложиться спать, они на носе. Это, сидят. Друзья, наш туалет. И так они это красиво курлычат. Вот, смотрите, друзья, вот они. Курочки, батя. Ну вот то, что, друзья, я снимаю яичницу вам. Показываю, когда, да? Это вот. Вот эти курочки несут вот эти яйца, из которых я потом готовлю яичницу. Ты снимал? Да, СМР-рейтинги. Это вот эти вот курочки несут эти яйца. Вот такие вот они. Надо поехать еще купить, да? Ну, так поедем. Так когда? Ну, уже на следующие выходные. Я, может, там это, и рассаду куплю. Вот такой вот, друзья, у нас хозяйство. Вот целый день ищут кушать. Еще отец хочет еще, короче, кур купить. И может еще поросят заведет, да? Да. А ты поросятам будешь имена давать? Имена? Да.
там Борька или Васька. Ой, Борька не будет. Не будешь? Нет, он уже не вырастет. Борька, он уже молодой ребенок. Машка, я свинюшек куплю, я кабана не буду покупать. Ну да, да. Помнишь, ты говорил, как дядь Боре нравилась песня вот эта, а Борька бабник, что да, у нас он... цвел и пах. Он прямо цвел. Ему нравилось, что да, это? Да, и сразу красовался перед танцем. А-а-а. Так он еще к этой же подкатывал, к тете Валиной подруге, которая работает в ментовке. Кондратьевой? Да, да. Но там у них и любовь была даже. Ну, он же к ней подкатывал, я помню еще. У них даже любовь была. Хотел ее это. Они на балконе целовались там да? вовсю, да. Угу. Короче, везде он лез, да? Да. И она там за ним это... страдала, да? Да. Там они друзья были. Как что на балкон выходили? А, типа покурить, да? Да, типа, но она же не курила. Mm. А типа покурить, а выходили на балкон, чтобы зажиматься. Mm. Я говорю, Боря, что ты делаешь, Боря? Она сама хочет. Ну, я откуда знаю, может, она и правда хочет. И так он ее и за спинку, и за... Ну, я видел, как они зажимались, да? Целовала ее, да. Вот давай. Ой, ну она вместе тоже... с тобой кадр. Так. Она тоже мерзавка, блин. Продажная женщина. А, вот так. Мы отдыхаем, друзья. Батя, короче, сейчас будет пить. Да? Давай, да. Тяпни. За все хорошее. Мир вам, добра и все, что вы хотите. За вас и да. За Троицу сегодня. Я выдыхаю крепкое. Угу. Я выдыхаю воздух, знаешь, из-за чего? Ничего. Потому что когда пьешь водку, кислород с водкой, чтобы не окислялся. Ну, да, поэтому я его выдыхаю. Ладно, я заканчиваю тут видео, а то тут места на камере нет лучше. Друзья, всем пока, увидимся.